Короче, давайте в этой игре сделаем так. Мои десятки занимаются обороной, все остальные занимайтесь атакой. Сейчас никакие точки не блочим, потому что это смысл вообще никакого походу не имеет, потому что они идут постоянно наперед, блин. А мы просто бегаем хвостиком за ними. Давайте попробуем нормально сыграть. Играем, следуя по точкам. А вторую склад куда нам? Также бьемся в лоб. Просто воюем в лоб, и все. На кропе или на Могилёва мне? Надо удерживать на противника. Давай на лавр Могилёва. Или на вест. Давай сразу на вест. На вест есть? Понял. Я тогда, если... Шестой поставь, пожалуйста, в самом Могилёва фобу. Шестой. Я поставлю в правом кемпе, ты в самом Могилёва. Я тебя прошу. Залети сейчас туда сразу, понимаешь? Я принял вот тебя. Туда, а если ты... на вас Могилёва, кто-то должен заходить в центр. Хорошо, только давай. На вертолете. Давай, окей. Понял тебя. Логично. Третий. Ты сейчас куда вот летишь? Третий. Никуда. Мы никуда же. Зачем в Могилёв? Ставьтесь. Тогда возьми мой отряд и на вест Могилёва полетишь. Давай. Еха кто-то идет? Вопрос на Еха. Еха кто-то сможет взять? Еха кто-то берет? Прием. Standing by. Да, я возьму. Я одного скину своего. Где десятник? У меня нет, скорее всего, места. Airfield кто забирает? Я забираю, я одного своего выкину на первую точку. Хорошо. Следовательно, и снова твоя? Тогда Фокс забирает Лавр Могилёва и идёт дальше. Мы с Варисом на Лавр Могилёва летим. Strategic command online. Слушай, ты смог? А, все, ладно. Во-первых, проверь, есть снова. Есть там вертолет или нет. Блядь, здоров он, но
же стояли из кладины снова. Это шутка какая-то? Вы вообще решили куй забить ней снова? И снова пока чист. Невозможно. Что новое с Могилёва, ребята? Мы опять немножко затормозили. Противник сел, блядь. У них вот здесь хап, вот у них все, вот здесь. Блять, понял. Но мы сейчас поможем, если доедем. Но мы доедем. Шестой, что с тобой произошло? Седьмой. Мы к тебе сейчас сядем в вертолет. Бэкберн. На майне. Ты на связи? Привези ресурсы на хаб новый. На выс Могилёва. Метку кину позже. Седьмой, я к тебе опять сейчас загружу. Вы решите, кто на вертолете, если ты верну ресурсы. Сразу. Я полечу на выс Могилёв с отрядом. И снова вроде чисто. Перекидывайте людей уже. Да, где-нибудь здесь садись. Страйкер сейчас на Вести нужен. Там сейчас давление. Да, все. Вест Могилёва воюем. Прометей на связи? Прометей. Да. Ты нужен здесь. Ты нужен на Могилёва. Здесь контакты, здесь тридцатки. Седьмой, сможешь сесть возле меня где-нибудь? Или зависнуть? Под огнем, не могу пока. Понял тебя. Погружай. Мне кажется, тридцатка решила на майн заволочить вертушку. Десятка, давай на выстрел Могилёва едь. Здесь твой помощь.
вы с Могилёва, ждём. Ебашим рацию. Отлично. Борис, нам надо направить с Могилёва, правильно понимаю? Так, вот здесь вот где-то техника, где-то вот здесь вот техника. Рацию им выкопали, все. Повтори. Вот здесь вот где-то уже. Лавр Могилёва, контакт, противник здесь. Количество не могу сказать. Занимайся обороной. Фабер, начинай давить вест Могилёва. Нужно забирать. Это пока что наша точка. Нужно брать ее. Пять минут до Тандерболта. А нет, ребят. Фатал, ремонтку тебе выкопать? Разгружайся. На ловере помощь нужна, много противника. Еще раз повторяю, на ловере нужна помощь. Противника очень много. Второй это... Минимум два отряда. На севере деревни хаб стоит. Я туда ударю через 3 минуты авиаударом. Будет шанс зайти. Все, перетягивайте мужиков с двух сторон.
остается в атаке, перетягивайтесь. Нужно брать и ставить хаб, блядь, на снова еще один, прям на точке, блядь, и сидеть уже там. Вы уже, блядь, овер Могилева тоже, блядь, не возьмете нахуй, блядь. У нас вся пехота на вес Могилеве. Да есть снова вертушка, блядь. Уходите все на юг, на овер Могилева, нужно отбирать точку. Берите в кольцо, забирайте точку. Пока они добегут пешком, эта точка упадет, и противник уже будет на следующей. Понимаешь? Ты прав, ты прав. Надо поставить хаб на овер Могилева, всей команде сесть там, один отряд возьмет саплю, поставит атакующий хаб, и только тогда можно овер Могилева вернуть назад. Сейчас подыму, лежу. Тогда прыгните из складных, кто мертвый, к Бэкберну, пролетите, поставьте там хаб, ближе всего. Ну и снова? Потому что другого варианта пока что нет. Либо берите саплю, которая есть с ресурсами. Либо у нас есть шанс сделать двойной забил, это тоже шанс хороший, как бы он тоже... имеет право быть. Ребята, один вертолет и останьтесь, пожалуйста. Я сейчас зайду. Ладно, все, я к седьмому тогда. Фокстрот и Фагер, залетайте на точку. Надо забирать точку. Мы пытаемся. Я вижу, да. Короче, ребят, на Иснова уже, противник уже на Иснова, уже. Чтоб вы знали, вертолет уже сделал. Если видите, я это хаб фобы. Дай мне метку на карте, я кину туда авиаудар. Забрать, перекинуть на Иснова. Точку забрали, мы в говне. Зеркальная катка, абсолютно зеркальная. Выгружай. А
А если есть возможность, седьмой, приведи, пожалуйста, 300 стройки и остальные патроны. Да, сейчас их проверю, где стоит. У них хаб, скорее всего, там, где я метку ставил, потому что там вертолет садился. Ребят, сейчас появится хаб на Иснова, и вы должны поднять всех людей, потому что точка уже тянется противником. Мам, кинь мне туда метку. Я туда кину Thunderbolt. Можешь? Что-то не заметил хаб у них пока. По направлению куда бить? Ты правильно кинул? Посмотри на карту. Хаб Airfield ставьте, ребята. Airfield, хаб, срочно. Срочно хаб Airfield. Нам нужен срочных. Ответь мне, ты правильно кинул метку или нет? Еще раз тебе говорю. Ну мясо подошиваешь. Я да, да, да. Я не мог подойти, я поставил как можно ближе к точке. Хаб стоит. Кидаю так, значит. Вот так нормально надо. Хорошо. Пусть мертвый стоит на истории, надо отбивать. Кто же заберет сейчас? Надо строить, друг, не бьем. Срочно, а ну, понятно, это зеркальная карта, все. Сейчас я к тебе опять сяду, Blackboard беру. Давай, 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 может успеем. Да нихуя, наверное. Они на шаг впереди нас, все как. Уводи в танки. Семёра, Семёра, мой человек подъезжает на Airfield с соплёй. Пожалуйста, построй там этот, хаб построй, пожалуйста. Да я с шестым уже лечу. Техника есть. Выгружай.
Ребят, что нужны у нас? Пятый, у тебя в сопле есть, а есть. Метка хаба убьет. Метки отвалены. Найс, ну. КамАЗ на метке сопли 10-го, которая восточная. И щит десятки тоже актуален. Танк, КамАЗ. Можешь привезти патронов там еще на точку? Блин, на фьюз вообще все, и стройку, и патроны везите, тут надо отстраиваться. Все-таки хаб стоит, две метки хаба, я не могу понять, какая из них актуальная. Вон там и стоит. Это. Там еще одну поставили. Вот уберите, которая лишняя, пожалуйста.
Сейчас сниму, сейчас сниму. Шестой, убери свою метку. Я не могу убрать хаб. Спасибо. Недолет минометов метров 10, сообщите своим. Недолет, ребята, минометов. Уже сделана корректировка, летят снова корректировки снаряда. Все. Это просто так для себя могу убрать. Не вижу как на юге. Ребята, возвращаемся. Куда синяки идут, блять, ребята? С запада тоже противник присутствует. Синяков верните, куда они вас пушат, синяки, ну ёбаный рот. Почему у нас до сих пор синяки, блять, на ВС Могилёва? Объясните им, что там не надо играть. Телхаб на западе. На востоке, точнее. Первая это работа по хабу вражескому, куда ты попёрся.
И минус вертолет. Полминуты до арты. Просто кидайте кино арту куда надо. Князь и Фокстрот, запрос будет на арту? Еще раз. Сейчас. Запрос на арту. Что-то поставил по-быстрому. Не поставил, не вижу. Вот поставил по-быстрому что-то. Что будет? Отдельный минус нулый. Шутка, хаб заблокировали они. Коля. Нам все ок. Раскопали, там фобу, фобу копали. Западный хаб от точки актуален. Точку от хаба. Второй ставь хаб. Хаб поставлю. А, сейчас, секунду.
На мече стоит до сих пор хаб перед крышей. Так, меня сама в технике забудовались, все люди точно не поняли. Поставили хаб, не можем. Да. Нету есть. А, это наш. Танк у них нормально все. И БМП тоже. Да, сейчас 10 патронов довезу еще с южного хаба. Сейчас подниму. Медик есть? Поднимайте. Спасибо, Вадимка, люблю тебя. Блять, не хватает на хаб, ну как так поставить можно? На хаб не хватает, ребята. Чего? Сказал, что сейчас довезу. Все, понял, не слышу. Война. Я довез. Я его уже. Еще, блядь, понял, а что-то тут трое где-то валяется. Двое трупа и один лечу. Ставь 800 есть. Я зашел, забрал билд. Срочно хаб, кто... ребята, хаб коп... Кто копатель тут? Хаб, мужики, ребята, заряд. Заряд. Так, заряд. Думаю, мы можем даже провести контратаку, в принципе. Да, вообще, почему-то нет. Да? Мы рацию нашли, рацию. Лучше.
подтянитесь. Закрыл. Сука, охуенно, они под машину стреляют. Блять, дымов надо, сука, все поле дымить. Дымы. Гидра ебанутая, глазастая. Первый, смотри, по моей метке БМП стоит и чинил вот там. Да я понимаю, но я на гусле стою. Он, скорее всего, сейчас починится и будет уже выезжать оттуда. Да. Чё, пацаны? Чё, пацаны? Опять карта плохая, да? Я хрума. Карта хуйня, пацаны. Вообще во всем виновата карта. Да. Это Шрек. А мои браво, пацаны, молодцы. Кому нравится Шрек? Я.